59%, вернее 60%, бескос 40%. Сегодня, видимо, не день для Дайер. Спирит прыгивает в Чена, Чен пытается жить, не успевает, кстати, нажать меху, выживает Чен, не хватает дэмэджа в Спириту, забирает параллельно. У нас Гримстроука, дается двойная руптура по команде Beast Coast, но Темпесты не могут взять и забежать просто в наглую, поскольку нету кнопок у Спирита. А вот Beast Coast готовы чезить под смоками. Увидели Спирита, не стали гнаться за Спиритом, хотят забрать Бладсикера. У Бладсикера до сих пор нету БКБ, однако у него есть деньги. Здесь же находит Дракена, Дракен отправится в таверну. Ну и дальше чезят, просто не отпускают ни на секунду, заставится Вижн, видят как раз таки Бладсикера, врывается сюда. Your Spirit должен толкать к своей команде поближе, а нету маны, к сожалению, у него. Здесь Егис собирает по второму кругу Гримстрога, только вышел он из таверны, сюда же прилетает Вайспирит, у Вайспирита абсолютно нету маны. Там Бладсикер так-то выжил, но вопрос в том, выживет ли Вайспирит, у Вайспирита так-то маны не надо, нажимает Диссимилейт, оказывается, шанс останется, судя по всему, без коуз, поскольку сюда темпосты особо сильно не гонятся. Здесь же пытаются пробить ее спирита, к сожалению, ультимейт Чена не дает этого сделать. Там, кстати, еще Аганим Шарт выпадает, который достанется кому-нибудь. Здесь, кстати, Вивера подловили на телекинезис. Дагоном добивают Виспер Вивера. И же Валора запрыгивает дальше на Гримстроука. Гримстроук отправится в таверну. Хотя Инкс будет спирита, и Гримстроук пока что живет, а вот у Валора большие проблемы. Есть у нее, конечно, Егис, пока еще поживет. Там параллельно этому всему забрали Бладсикера, но Валора, к сожалению, никуда не уйдет. Да, конечно, нет, нажал Стингер, попытался как-то засеять своего пора. Здесь еще Вер Спирит немножко встрял, хотя это еще кто встрял, там подняли Вер Спирита, просто его изничтожили. Виспер бегает, карается своим догоном и Астрал степами забирает Бисмастера и Грима. Это трипл килл. Это Вер Спирит укатывается. И на этом, кажется, файт заканчивается. Хотя темпосты будут пытаться забирать тир один вышку. Пингует сюда Бладсикер, но... А хорошая ли эта идея? БКП прожимает Бладсикер, там просто Эрспирит мимо проехал. Он просто мимо проехал, тем не менее, ситуация МНЗ. Нажал БКП здесь. Вырезает у нас Чена, догоном кого-то шмахнул Виспер. Размен пока что 2-3. Здесь же он не флэш дает. Итак, Бискоус заходит на вражеский хайграунд. Будут забирать вторую сторону. Так, секундочка, там Вайспирит прыгнул в зоопарк, попытался выцепить Чена. Чена не ловит, Чен успевает нажать ультимативную. Здесь же Рубик разбирается с Гримом, Грим отправляется в таверну. Есть Линкин сфера у Бладсикера, Бладсикер нажимает БКБ ТП, нечем сбить. Валора стоит в ультимейте, и как же больно, там просто в секунду лопает собой спирит. Параллельно этому там еще, по-моему, Киван? Нет, не Киван. Да, Киван успел разобраться с мастером. Ну, как мне кажется, это конечное. Так. Киван просто звонит своих соперников. Виспер просто за два спала убивает Вивера. Ну и на этом, кажется, все. Ну и хочу я вас немножечко расстроить, поскольку следующему в этом три противостоянию нам придется ждать, скорее всего, не 2,5, а именно просто 2 часов. Итак, Бискоус. Буду забирать парк на центральной линии. Это последняя сторона, которая есть в Темпесте. Ну, это как-то последняя драка. Там Виспера, кстати, поймали. Вот это очень важный фраг. Забирают Виспера. Там за него насыпало что-то около 2000 монет. Итак, земель окатывается. Киван добивает последний барак. Забрали параллельно Валору, забрали еще и Чена, переключается на Кивана, но Киван здесь готов драться. А вот ненадолго взрывается Инксвелл и погибнет. Кажется, здесь еще и вернее, Эрспирит, и Эрспирит укатывается на вражеский фонтан. Защит Киван бэкается, и темпесты, кажется, отойдут.
инферно джаггера. Вот сейчас опасно. Киван. Киван пытается убежать. И, кстати, кажется, убежит. Сюда Киван нажимает манту. Сюда же дают рор. И джаггера сейчас нельзя терять. Это очень большая проблема будет. Отправляется отверный Киван. Неужели это конец? Выходит Виспер. Забирает Вивера моментально. Ловит как раз таки бой спирита. Нужно успеть. Ай-яй-яй, диссимилейт не ремнан. Так. Этериал залетает от Виспера. Будет забирать как раз таки бой спирита здесь. И находит. Дает фейтболт. Убивает. Будет спирита. Здесь пытается еще подловить Бластикера. Бластикер, БКБ, ТП. Не стали его добивать. Будут искать дальше. Так вот, кто самая боевая единица там у Бисковс. Буду пытаться здесь забирать Бисмастера и там... Спирита, к сожалению, не прокает. А, ну, у Джаггера Башера нет, у меня казалось, будто бы уже есть, но нет. Хотел сказать, что не прокает Башер. Так, Виспер убивает Инферсферу. Вот Сикеру. Виспер уходит, очень много хп потерял он под временем. Кейван просто на ультимейте забирает и Гласикера, и Вивера, и кажется, это конец. Где же Грим? Пока что держится, но ненадолго. Отправляет таверную Грима и Бисмастера, ну и на этом. Заканчивается наша вторая карта, как и первая Best of 3 серия на сегодняшний